Хари Кришна, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои почтительные поклоны. Спасибо вам огромное, что дали возможность прославящим Адбхагаватам и преданных, которые организовали это удивительное мероприятие по изучению Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам, наверное, это самое дорогое, самое ценное, что оставил нам Шрила Прабхупада в этой жизни для нас. Потому что если мы изучим Шримад-Бхагаватам или, по крайней мере, попытаемся его изучить, мы, безусловно, разовьем дремлющую в нас любовь к Богу. Это то, что нам на самом деле и нужно. И этот институт ИСККОН Махавидьялая, он занимается очень серьезным служением Шримад-Бхагаватам. Они вовлекают преданных со всего мира в ту деятельность, которая предназначена для нашего сознания. То есть наше сознание в этой человеческой форме жизни предназначено только для того, чтобы понять Шримад-Бхагаватам. И это мероприятие, которое организовывается, оно является большим, не знаю, большим, может это мягко сказано, большим вложением в само служение этому Бхагаватам. Бхагаватам – это личность, и мы так служим Бхагаватам, что изучаем. И те, кто занимается организацией изучения Шримад-Бхагаватам, конечно же, безусловно, являются какими-то особыми преданными, наделенными этими полномочиями служить Бхагаватам в такой форме, изучать его. Интересный формат очень будет в этом мероприятии, что участники, которых будет более 5000 человек по всему миру, участвовать в этом удивительном богослужении. То есть оно начнется с 31 января следующего года. И формат образования интересный тем, что постоянно участники будут погружены в Шримад-Бхагаватам. И каждый день там будет выделено время, где-то 35-40 минут, для того, чтобы участники самостоятельно изучали Шримад-Бхагаватам. Определенная программа будет. И так за неделю примерно будет изучаться одна глава Шримад-Бхагаватам. То есть так распределено будет все, что в течение недели участники прочитают всю главу с комментариями Шрилы Прабхупады. И также там будут викторины интересные, да, после каждой главы. И каждую неделю по воскресеньям будет даваться лекция тематическая, да, относительно какой-то главы также это будет. И также по окончании каждой песни участники будут получать специальные сертификаты от этой школы ИСККОН Махавидьялая Бхагаватам, что также будет являться определенной, ну, стимуляцией продолжать изучать эту древнюю науку. Безусловно, изучение Шримад-Бхагаватам является центральной частью нашего образовательного процесса в этой жизни. И говорится, что человек должен, по сути дела, иметь квалификацию определенную, изучающим Адбхагаватам. Например, говорится, нужно найти истинного духовного учителя, то есть принять ему прибежище, потом получить посвящение у него, под его руководством служить или заниматься преданным служением, выполнять указания духовного учителя, идти по стопам великих ачарьев, также под руководством опытного учителя. И когда человек обретет эти качества все, вышеперечисленные, тогда у него будет возможность на самом деле понять Шримад-Бхагаватам, то есть есть определенная квалификация, чтобы понять Шримад-Бхагаватам. То есть это говорит о том, что Шримад-Бхагаватам особая наука, то есть не такая простая. И тем не менее, в наше время мы можем, не обладая даже этой квалификацией, погружаться в изучение Шримад-Бхагаватам благодаря милости Шрилы Прабхупады, потому что он оставил на полях, скажем так, Шримад-Бхагаватам свои комментарии, изучая которые человек может постепенно обрести эти квалификационные, качества. В противном случае человеку, невозможно понять Шримад-Бхагаватам. А обрести эти качества, которые мы перечислили выше, тоже не так просто. Но читая комментарии Шрилы Прабхупады в Шримад-Бхагаватам, мы постепенно обретаем эти качества и параллельно изучаем Шримад-Бхагаватам. В этом милость Шрилы Прабхупады, что он знал нашу никчемность, нашу слабость, неквалификацию, поэтому составил это все очень подробно. Так что, дорогие друзья, я всем желаю удивительного, трансцендентного, успешного погружения в изучение этой великой древней науки, взаимоотношений души и Верховной Личности Бога. Пусть ваше образование будет успешным, достигнете высоких показателей в этой школе, и пусть вам
прольется милость Шрилы Прабхупады и милость Кришны в вашей жизни. Хари Кришна, всем успехов, будьте счастливы, всего доброго, мои поклоны примите.